В преддверии лета инспекторы регионального госсадомтехнадзора проверят благоустройство детских лагерей. Кроме рядовых показателей, сотрудники ведомства оценят готовность к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает портал РИАМа, ссылаясь на начальника службы Татьяну Витышеву. В рамках проверки благоустройства в первую очередь инспекторы осмотрят игровые и спортивные площадки, места сбора отходов, ограждения, фасады зданий, объекты освещения. Их состояние должно соответствовать требованиям подмосковного законодательства. Кроме того, сотрудники ведомства проверят наличие всех необходимых документов, регламентирующих действия персонала и жителей лагеря. Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов эвакуации, планов мероприятий предприятия по чрезвычайным ситуациям и многое другое. Также проверяющие проследят, чтобы с персоналом были проведены необходимые инструктажи, а ответственные лица прошли соответствующее обучение. Инспекции завершат до июня. Всего планируется проверить более 80 учреждений детского летнего отдыха. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.